Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2 Пещеры ледяного огня. Гонка у нас очередная. Естественно, я пока буду на ролике. Попробуем. Очень-очень скверно, ребят, начал я. Так, ладно. Унывать пока не время. Посмотрим. Ох, ё. Так, тихо-тихо-тихо. Нормально. Йо! Тихонько, чуть было меня не разбил этот ветер, ураган, шторм, я не знаю, как это назвать, пурга и тому подобное. Но пока вроде я еду как первый, судя по тому, что конкуренты все где-то позади. Не надо только... Блин! Ладно, сделаем вот так вот. Так-так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Так, где у нас там... Так, горючее возьмем. А где финиш-то? Блин, трасса очень длинная у нас. Ну, одна будет. Я понимаю, так одна гонка. Все, ребят, я первым приехал. Первая позиция, все отлично. Быки радуются, как ты видишь. Личный рекорд. Так, 3 очка получаем. Проезжаем. 6 тысяч кубков сегодня я хочу, друзья мои, взять. Так, мне еще немножко надо заработать денег, и мы с тобой немножечко сможем пропать наше раллийное авто. Опа! Круто! Два мотоциклиста, или там, да, два мотоциклиста, и один на хилл-климбе едет. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Получится то, что я приеду, как всегда, первым, и это классно. Ньютон попрыгунчик. Там, друзья мои, у нас завелся попрыгунчик. Ну, ролейка, конечно же, уделывают эти. Хотя, ребят, слушай, я понял, у него кроссовый, да? Кроссовый мотоцикл. Я вторым. Поэтому они и едут здесь довольно неплохо. Блин, а вот здесь вот я не знаю, что у нас будет. А что у нас здесь будет? Будет у нас то, что я... Хотя, подожди. Крыша слетела. Крыша, ребят, слетела. Облегченный вариант у меня стало раллийное авто. И таким образом я приезжаю первым. Фью. Итого 8 очков. Ну что, ребят, я считаю, круто проехал. Мы с тобой получаем еще один сундук. И набрали красненький. Так, 6000 монет. Стартовый. И я думаю, что здесь тоже можно открыть. И по итогу мы получаем с тобой 2500. Защитный стартовый. А это можно? Нельзя, у нас уже один активный. Ну что, у нас какие-то... О, друзья мои, коробка передач турбо. Или мотор. Нет, я, наверное, коробку передач сделаю, скорее всего. Так, за что у нас коробка отвечает? Когда... Так, для наилучшего ускорения. Да, для наилучшего ускорения, ребят, как раз она мне и нужна будет. Потому что с ускорением у нас, так сказать, беда. Пока раскочепаримся. Оу. Мне это совсем не нравится. Нифига нам, чувак, кренделечки-то выкручивает, ты посмотри. А, я поеду понизу. Надо было, конечно, может быть, поверху ехать. И тогда, возможно, я бы занял бы первое место. Но я не стал. Там, ребят, такие кренделя. Фиг его знает, как там лучше сделать. Тут лучше приехать живым и получить 2 очка, чем приехать вниз головой. Ну, ты понимаешь, да? Про что я говорю? Естественно, он от меня не отстает, как ты видишь. И вот здесь я как раз-то делаю их всех. Первое место, ребят, первое место. Итого у нас по 5 очков с каким-то там Шопенгауэром. Да ладно. Вот опять этот. А, Шопенгрон. Шопенгрон его увеличать. Как ты видишь, у меня упрощенная модель раллийного авто стала. Ох, ё, чуть было. Ну, подумаешь, ребята. Занял я, короче, по итогу, по-моему, второе место. Да, второе место. Ничего страшного.
Моя цель — получить кубки, а не откатываться назад. Ну, ты понял, да? Так, это у нас запретный лес. Кубок леса. Хорошо там начали, ребятушки, я смотрю. Очень лихо. Но, как видишь, я все-таки круче. Здесь круче, отлично, 3 очка заработал. Дальше двигаемся. 2, 1. Вот как только ускорение, ребят, не срабатывает нормально, все, пиши пропало. Очень сразу теряю по скорости. Но, тем не менее, здесь все-таки опять же я взял первое место. Итого 6 очков у меня. Ну, отвань, ох, ёлк-макарёк. А мы с тобой все это дело пролетели. Упс. Вот ханорик там один, а? За мной увязался. И да, первый. Первый, друзья мои. Самый первёхонький. Итого 9 очков, итого первое место. Шикарно. По-другому и не скажешь. Так, давай откроем. Так, забираем с тобой награды. Управление, стартовый и 3000 монет. 3000 монет. Так, райская бухта. Ну, здесь, конечно же, наверное, меня сейчас смогут выиграть. Кстати, получил тут шмотки. Где-то новые, по-моему. Так, на машину, ну, понятно, на машину ничего нету. Да, вот смотри. Опа, как тебе такой расклад, а? Кальмар на голове нормально? А вот это вот... Так, а у меня еще вот такая фермерская шляпа есть. Ну, давай, наверное, кальмара все-таки поставим. Пускай будет такой пока прикид, погоняем в нем. Ну что, друзья мои, райская бухта. Райская бухта, райские противники. Ой, не, нормально. Блин, вода. Тут, естественно, скорее всего... Нормально. Да заезжай, заезжай, заезжай. Так, где там, блин, финиш-то? О-о-о, тут лодки валяются. Слушай, по-моему, здесь у нас будет всего лишь одна гонка. Но, как ты понимаешь, она будет длинной, долгой. Так, тут хорошо, что скорость снижаем, поэтому помедленнее, да, поедем. Так, у меня с горючим, у меня все оки-доки. А вот, ребята, и финиш. Я ж прямо на яхту запрыгнул, прикинь. Вон там яхта стоит. Да, ребят, тут одна лишь гонка была. И получаем с тобой еще сундук. А кубки не заработали. Опа, Жюль Верн. Получили какие-то ботинки. Ускоритель 2250. Так, ребят, давайте дальше двигаться. Ох, ничего себе. Ржавая долина. Кубок колпака ступицы. Ничего себе. Ты смотри-ка. Это что, ребят, за фокус? Я не понял. Давай, лети. Лети торпедой. И благодаря этому, ребята, я пришел первым. Нифига тут, ребятушки, на этих супер-пупер дизелях. Чуть меня не сделали, если честно. Чуть не обогнали, не перегнали. Вот дизель, да, в этом плане, ребята, вот то, что прыжки, это его. Тут не поспоришь. Так, один какой-то там нитрогари. А ну-ка, мы с тобой можем перелететь это просто-напросто все. И вот он, ребята, финиш. Да. Как ни говори, но ралли все-таки, ребятка, будет получше именно
дизеля в плане того, что нет таких диких прыжков. И именно из-за прыжков я в те разы фейлился. Я вам уже об этом говорил. Здесь мы с тобой берем небольшое преимущество за счет нашего вот этого вот, наверное, полета. Наверное, смотри, мы прям ровень идем с моим оппонентом, конкурентом. Так. И все-таки я все равно, друзья, первый. Я все-таки первый, отлично. Так, мы с тобой, ничего себе, это что за сундук у нас такой? Ну, 6 часов, это не очень-то смачный. А вот, ребята, у нас... Это что такое, монетный? Что за монетный? Ума не приложу. Ну что, попробуем, наверное, доехать до 3000 монет, как ты думаешь? Или не будем? Так, результаты. Давай мы... мы проиграли, да? Мы проиграли вражеской команде. Новая краска, друзья мои. 10 тысяч монет. Металлолом, особый билет. Еще пятерочку накинули. Так, и сундук. Вот это вот, ребят. Воу, 144 тысячи. Ускоритель фляг, усиленная. И монетный, новая. Так, понятно, у меня на мотоцикле есть ускоритель. Рэй обещал, сегодня будет видео по хилклимп, а его нету. Блин, ребят, потому что я проспал. Я хотел выложить, но... Артемыч, извиняюсь. Рендерс, наверное... Ну, слушайте, ребята, вот... сейчас я занимаюсь этим дедлайном, да, второй части. У меня все видосы по 2,5 часа на него. Они очень долго рендерятся, потому что еще расширение 2К с частотой обновления 135 тысяч... Надо вообще-то было ставить 50, но 30 минимум. А я зачем-то 135 битрейда поставил. Ладно, да, кстати, кто-нибудь знает, что у нас серии нету. Ну да, друзья мои, в серии будут сразу две тогда. Сегодня одну я уже выложил, но еще пока не открыл. А вторая, вот эта серия, которую сейчас снимаю, будет уже днем. Так, ну что. Здороваться, я думаю, здесь нет смысла, потому что все 100% уже спят. 23.56, а на моих часах 2 часа ночи. Так, у нас 176 тысяч, а это говорит о том, что сейчас я смогу прокачать нашу ролику. Ну что, будем мотор прокачивать? Я думаю, нужно даже это сделать. И, блин, турбо или сцепление? Сцепление или... Давай коробку передач еще так вот сделаем. Все, друзья. Отлично, я думаю, что прекрасно. Так, символ. А что за символ? А, штаны. О, Жюль Верн. Краска только у меня одна. Ну что, я готов. Мы прокачали еще немножко движок. Ох, как тут меня, а? Как стоячего, друзья. Ой-ой-ой, вот тут мы с тобой, да. Этот на своих колесах, я не знаю, как на телеге какой-то, просто меня, ребята, обогнал. Да. Что-то у меня как-то на этих камушках, по которым мы с тобой ехали, ну это вообще, ты видел, пинь-пинь-пинь, я там, в принципе, скорость-то всю ее растерял. А начал, я тебе скажу, очень даже неплохо. Так, я так понимаю, лучше здесь вниз, да, спуститься? Или не надо было этого делать? Фиг его знает, ребят. Надо было или не надо было? Я вижу, там он впереди. Чувак на какой-то машине. Я даже не знаю, что это за тачка, если честно. Норби. Что это за машина-то такая? Я что-то не врублюсь. А, все, я понял. Это тот спорткар, который, да, сам последний дается. Просто он сверху поставил дополнительную себе защиту, и все. Я понял. Да опять эти колеса-то едет. Дрен-матрен. Как его на машине там едет-то, я не пойму, еще по этим колесам. Нормально причем, понимаешь? Так, Джак. Хрентус, блин, все равно, да? И сколько я, интересно, получаю очков? У меня 6. Ребят, я первое место все равно здесь занял. Фу, большой... Че, большой воздушный кубок?
Большой воздушный кубок, действительно. Блин, они меня так, ребята, и подбивают, чтобы я взял этот супер ускоритель себе вместо колес. Видишь, опять потерял скорость при приземлении. Но первым мне не помешало приехать. Так. Не расслабляемся, друзья, не расслабляемся. Все это пролетаем. Горючечку берем. По полену даже не проехали, просто его проигнорировали. Так. И первое, опять же, место. Замечательно. Так, и последний заезд у нас. 3, 2, 1. За счет, опять же, беру полета, ребят. То, что пока они там все едут, я просто перелетаю это все на своих крылышках. И это круто. Очень много вот этих всяких подъемов, спусков. И на этом очень сильно экономлю. Так, заезжаем. Кубок по скоростному спуску. Опять же. Гонка. Тут видно, что там можно прокачать нам. Можно прокачать колеса бесплатно. Так, это мы прокачали. И все, пока больше ничего прокачивать не можем. Ускоритель после успешных переворотов. Но я же не любитель переворотов, поэтому... А что такое монетный? Ускоритель мощности при сборе монет? Ничего себе, ребят. Так, ну мы с тобой как раз колесики прокачали, но... Посмотрим. Ролик-то там одна. За мной прям, ребята, и смотри. Да ё-моё, не отстает. Я понял, я уже понял, но слишком поздно, да? Оу, богатый, смотри, как он просто перелетел. Трындец. Надо было мне, друзья мои, все-таки ехать наверх, а не... Короче, я там, когда врезался, я начал вниз спускаться. Кто-то врезался, да, я там перевернулся, причем очень хорошо. Давай. Ох, ё-моё. Да как он меня, блин, обгоняет-то, я не понимаю, а? Может быть, колеса у него прокачаны, фиг его знает, ребят. Смотри, просто, а тут драка за первое место, блин. Нет. Хоть задними колесиками, но занять место. Так, ребят, третье занял я, третье. Блин, ну почему ты откатываешься? У нас следующий нагорный кубок. Ребята, нагорный кубок. Оу! Вот это я, да, вот это я облапошился. Блин, тут-то что делать? Да, мне помогло то, что я умею маломальски, как говорится, лететь на крыльях счастья. И это мне очень помогло. И занимаем первое место. Остальных даже еще и не видно. Где они там шуркаются, непонятно. То есть, грубо говоря, мне повезло тут. Давай сразу перелетаем с тобой вот сюда. Отлично. Так. Ёк-макарёк, вспомнил я. Е! Ты понял, как получилось?
Да, я пожертвовал, конечно, крышей, но зато мы с тобой первое место взяли здесь. Опачки. Так, песок в купальнике. Эх, сейчас тут меня, наверное. Ребят, здесь вот... Что-то не подходит, здесь должны быть колеса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно же, надо в воду было. Все. Встрял. Ну, по крайней мере, хотя бы не последним приедем. Хотя... Это еще неизвестно, ребят. Залечу. Вторым. Все, нормуль. Второй, это, ребят, не третий, не последний. Это второй. Окей, сейчас здесь я очень хорошо полечу. Пипец, полетел. Да что ты? Да. Да что за трасса такая? Воу, ничего себе, там чувак взлетел. Все, ребят. Потерял всю скорость. Да. Это, ну, это не для меня трасса, не для моей машины была. Здесь, знаешь, кому? Здесь супердизелю. Вот супердизель бы здесь вообще бы всех бы рвал и метал, поверь мне. Видишь, тягач? Я не знаю, что там на нем стоит у этого тягача, но он просто вытягивает в горку. Вообще на изи, посмотри. Вот здесь он, конечно, не потянул. Я захотел выпендриться. Выпендрился. Думал, сейчас возьму. Все, третьим, да? Да, и по итогу вообще четвертым. Назад. Ой, как назад-то много откидывает, ты прикинь. Ну, здесь можно, ребята, и выиграть. Опять же, все зависит от наших... Так, аккуратно, аккуратно. Здесь вот этот черепундель, он любит... Почему у меня вот на какие-то вот препятствия, когда начинается, все, сразу контузия какая-то начинается. Да, меня там закинул. А, первым. Так, ну и... Ну, тут три гонки у нас будет. Паршивый заезд. Оу, твою налево, повезло. Машина дымит, чадит. Но мы едем. Мы едем всем ветрам на зло. И перед финишем встали. И заехал, главное заехал, друзья. Он утворяет, как он это делает? Оу, опять эти вулканы или что это? Ну, вулканы, скорее всего. Зашибись, мне этот гейзерок, он еще, оказывается, и мешает. Куда меня закидывает-то? Эй. Ой. А вот и финиш. Но тут, ребята, не ожидал я, конечно, от моей ролички, что она здесь приедет вообще первым, как говорится. Так, мы с тобой вернулись. И опять мистический кубок. Говорят, привыкни. Привык? Как к ним привыкнуть, ребят, к этим трассам? Не знаю. Не могу и не хочу именно вот к этой трассе привыкать. Опа. Чувачок там хорошо врезался. Но они по пятам едут.
Так, здесь мы с тобой, наверное, снизим скорость. Ай, твою налево, блин. Третьим. Третьим приехал. Фигово. И тут Лошпен меня еще, главное, обогнал-то где? Крышу, да, лишил себе крыши. Так бы сейчас и жизни еще лишился, если честно. Все-таки я, наверное, возьму, ребята, и турбо куплю себе. Опять третьим. Куплю себе этот... Не куплю, а установлю себе турбо. Именно самое начальное турбо, которое дает нам разгон. Ай, все. Все, друзья мои. Постоянно забываю, что здесь в воде эта вшивая черепаха находится, понимаешь? Именно об нее я споткнулся. Как споткнулся? Перевернулся из-за нее. Куда ты поехал назад, а приду? Так, ниндзя там вляпался где-то. Да. И что по итогу получается? Четвертым? А, ну, третьим, ребят. И все равно откат назад. Что я хотел? Я хотел кое-что, ребят, поменять. Ускоритель мощности для колес. Давай попробуем с тобой вот так вот сделать. Еще и повысить можно. Я не знаю, что там ускоритель мощности для колес. Первый. То-то и оно, засранец. То-то и оно. Лети, птичка, лети. Ну что это? Ну понятно, ребят. Меня прозвали вертушкой, понял? Я так и не понял, почему он там не стал проезжать. Что случилось? Новое достижение, блин. Меня прозвали вертушкой. Какое-то достижение убрал и успел взять. Опачки. Первый, друзья мои, первый. Шляпа отлетела. Так, друзья, опять пляжный кубок. Я не пойму, почему у меня стоит эта фигня. Почему она не срабатывает? Я зеленую же ловлю, вот. Ну. Вот, шикарно едем. Просто шикарно. Не знаю, а что дает, ну, это увеличение тяги колес или мощность колес? Может, оно лучше? О, видел? Старт какой сделали. Ёпрасы ты, нафига надо было к носам-то клюнуть? Рэй, ну зачем так делаешь, а? Все у тебя хорошо, все у тебя хорошо получается. Отлично, друзья, отлично. Так, и еще гоночку. Да, вот такие вот битвы у нас, ребят, закупки происходят. Не шуточные. Опа. Всех позади там оставил, по-моему, очень далеко, где позади они там шоркаются. Бульк, вынырнули.
вот это, конечно. Ага, нормально, все. Все, друзья, взяли мы с вами первое место. И вот по итогу тоже первое. Ну, жжет. Блин, глубоководная езда. Поехали. Ну, ролика в воде, ребят, более-менее еще себя ведет, если честно. По сравнению, если брать ее с дизелем. С Вин-дизелем. Ты смотри, видишь, что? Чего? А куда пузырь-то мой делся? Ребят, я без пузыря вообще не могу ехать. Я не еду без пузыря, во. Третьим пришел, третьим. А, не, вторым? А где-то там чувак навернулся, который ехал впереди нас. Который просто меня на огромных колесах там. Трактор какой-то был. Как стоячего сделал меня. Куда это? А что? А что? Ребят, это что такое? Ну, это баг игровой. По-другому не назвать. К сожалению, я здесь. Все. Я ничего не могу сделать. Ни вперед, ни назад. Колесо провалилось, ну ты понял, куда? И я не могу здесь ничего сделать. Как бы, ну, нечестно, могу так сказать тебе. Проиграть из-за бага. Трындец какой-то полный. Хотя ехал очень даже хорошо. А в какую-то подводную лодку, друзья мои, врезался, блин. Да что ж за трасса вредитель-то такая, я не понимаю. Вон тот Филипп или кто, да, Филипп. Опять он первым, я вторым. Но здесь, ребята, я, наверное, проиграл, потому что у меня... А, нет. Я еще четвертое место даже умудрился занять. Так, трасса Била. Ну, на трассе Била мы должны с тобой, ну, как минимум взять второе место. Как минимум. Еле-еле, ну, заехал. А знаешь, почему, мне кажется, ребята, плохо-то получается? Потому что здесь лучше ставить мощность для колес. Потому что он в горку, ну ты видел, он не тянет. Не тянет он в горочку. А была бы мощность для колес, бы он, наверное, скорее всего, вытянул бы. Что-то тут как-то уж вообще слишком круто ребята гоняют. Он опять что ли первым этот Габриэль? Тогда первый ехал. Так у него турбина, ты смотри, у него турбина чуть ли не... А, он едет на этом. Скажи, я скажу. Который дает ему разгон. Супер турбо, как-то там, что-то такое. Вот он ее активирует и все. Да-да-да, он именно на ней едет, этот Габриэль. Там дед какой-то, блин, впереди. Ну не могу я его обогнать, прикинь. Вот, е. Так, я даже первым приехал. Ёк-макарёк, вот это да, друзья, вот это да. Ну что, вот 3000 заслуженных мной добрых монет. Фух. Давай мы на сегодня будем закругляться. Обязательно продолжим в следующей серии. Тут 7 эпических деталей. Обязательно с тобой это должны будем получить. Да? Да. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.